Итак, мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера Роша. И вот то, что он говорит. «Желайте того, что желает ваш Создатель». И комментаторы приводят из Пирке, вот из 2 главы 4 Мишна, «Исполняй его волю как свою, чтобы он исполнил твою волю как свою». И здесь открывается очень важный аспект нашего понимания. Желайте того, что желает ваш Творец. Мы с вами говорили про то, что происходило при выходе из Египта. Что, избавивший вас из земли египетской, из дома рабства, и выкупивший вас из дома рабства. Первое – физический выход. Он нас вывел на свободу. А с другой стороны, и выкупил вас из дома рабства. Когда это произошло? И мы с вами говорили, что был особенный момент самопожертвования, когда евреи послушались Моше Рабейну и пошли в море. И там произошло удивительное раскрытие шхины, присутствия Творца. Я хочу вас спросить, за какие заслуги это произошло? И написано так в Мидраше Шмот Раба, то заслугой, которая помогла евреям подняться на такой уровень и пропеть песню Творцу, которая еще не была, никогда не звучала в мире, это была особенная вера в Творца. И в эту заслугу, в заслугу веры, они удостоились произнести эту песню, и спустилась на них шхина, присутствие Творца. Как сказано, «Аз яшир Моше», и тогда воспоет Моше. А в другом месте, тоже в Мидраше Раба, мудрецы говорят, «Воспой с вершины Аманы», и сказал Рав Юста, «Эта гора называется Амана». А до той горы страна Израиля, а за ней все остальные земли. Сказал Раби Элазар бар Йоси, когда изгнанники достигнут этого места, они воспоют песню. Поэтому сказано «воспой с вершины Амана». А по-другому сказано «в будущем евреи, когда будут возвращаться из последнего нашего галута, изгнания, воспоют песню, как сказано, «Воспойте Богу новую песню, потому что чудо, Он великое чудо сотворил для нас». В заслугу чего будут евреи петь эту песню? В заслугу нашего праотца Авраама, как сказано в Торе, «Ваямин бе-Ашем, ваяхшебеху лоцдака». И он поверил в Творца, и засчитано было ему это как особенная милость. Вера переводится с иврита «эмуна» – «вера». И мы унаследовали это от Авраама. С другой стороны, это то, что я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира. «Эмуна» – это верность. И о ней говорится у пророка Хабакука. «Вецадик бе эмунато ихье, и праведник своей верой будет жить». Это то, что сказано, и воспоет с вершины Аманы. Сказал Раби Нехемия, евреи удостоились произнести песню у моря, заслугу своей веры.
а сказано, и поверил народ. А дальше мы говорим, «Веямину бе Ашем, убе Моше вду», и поверили в Творца и в Моше его раба. Это заслуга нашего праотца Авраама, который последовал за Творцом в дни тьмы и испытаний. И это то, что совершил наш народ у моря. Ям-Суф. Именно потому, что мы пошли на это самопожертвование, поверили в Творца. Мы достигли вершины совершенства. Это то, что спустилась Шхина, присутствие Творца. И это то, что написано, что видела самая последняя прислуга, рабыня из еврейского народа, то, что даже не показали пророку Йехезкелю бен Бузи. Это песня. Песня прославления Творца. И мы говорили, что в Египте еврейский народ спустился на 49-ю ступень скверны, нечистоты. Ведь египтяне хотели украсть мир у Творца, который сотворил его 10 речениями, подчинить настоящую реальность своим животным устремлениям. Поклонение идолам даже только для того, чтобы доить силы неба для своего желания. А с другой стороны, народ Израиля, который отдалился от Египта, сумел выйти из Египта. И несмотря на то, что мы вышли из Египта, мы еще не удостоились освободиться от египетского царства и от его высшей силы. Мы еще не до конца очистились от скверны Египта. И поэтому, как будто Творец вернул нас опять в сторону Египта, чтобы мы доказали свою веру. Ведь то, что было у нас заслуга, заслуга обрезания и заслуга, что мы зарезали пасхальную жертву, то есть того идола, которому мы поклонялись, мы зарезали. И вот, когда мы возвращаемся в Египет и располагаемся у Ям-Суф, здесь новое испытание, и мы его выдержали. И мы поднялись на новую ступень веры и последовали за Творцом вплоть до самопожертвования. И положились только на Него. И благодаря этому мы достигли избавления. И достигли уровня, когда мы исполнили перед Ним эту песню у моря. И сказано так у пророка Михи: как в дни выхода твоего из земли египетской ты будешь видеть чудеса. И с другой стороны, написано у пророка Даниила, что перед окончательным избавлением это будет очень серьезный период испытания для еврейского народа. Вчера я слышал от одного еврейского мудреца, что раньше это была война против всего еврейского народа, когда египтяне нас поработили, превратили в рабов, требовали, изнуряли нас этой страшной работой. Но это была война против народа. Мы будем говорить про Амалека. Он напал на народ, на тех, кого выбросили облака славы. Борьба идет против народа. А сейчас война идет за сердце каждого еврея. Война. И кто ведет эту войну? Сам Эхмем. Это
тот, про которого сказано в Талмуде, в трактате Баба Батра, 16 лист, он дурное начало, он сатан, обвинитель, он ангел смерти. И выбор идет такой, ты с кем? Ты с Творцом, либо ты с ним? И вот сказано так, что в будущем станет ангел Михаил, великий князь, стоящий над сынами народа своего, и будет время бедствий, какого не было с момента, когда возник этот народ. И эти беды, которые обрушатся, и которые мы видим в последний период, я живу в Израиле 39 лет, и меняется сам народ Израиля, евреи возвращаются к своим корням. В прошлую субботу я был в Эйлате. Когда я приехал в Израиль, Эйлат, это был оплот полностью противоположный Иерусалиму. То есть, где были все эти субботние празднества, нарушения субботы и все. Это Эйлат, Эйлат, отсутствие скромности и все вытекающие из этого обстоятельства. И вдруг меня позвали проводить семинар в субботу в Эйлате для зарождающейся еврейской общины города. Вы понимаете, русскоязычной общине. Это великое чудо. Это на наших глазах. За 39 лет я вижу, как меняется еврейский народ. Возвращается к своим корням. И вот эти беды, которые с другой стороны обрушиваются на еврейский народ, арабский террор, страшные враги из севера и с юга. И это то, что происходило с нашими отцами, когда Моше по повелению Творца говорит им возвращаться. Казалось бы, возвращаться в Египет, и они возвращаются и останавливаются перед морем. И вот это было испытание их веры и способность положиться только на Творца. Из этих слов наших мудрецов мы видим, что именно в заслугу веры, верности Творцу, что мы были готовы даже принести себя в жертву ради Творца, полагание на Него. За это мы удостоились особенного раскрытия шкины и избавления, и песни, про которую сказано, тогда воспоет. Еще в будущем воспоет Моше и сыновья Израиля эту песню, когда будет оживление мертвых. И сказано так у пророка Даниэля, в то время спасутся из народа твоего все те, кто записаны в книгу жизни. И многие из спящих в земле пробудятся. Одни для вечной жизни, а другие мы не будем говорить. И сказано в 98-м псалме царя Давида, «Пойте Богу новую песню, потому что чудесное сделал Он». И вот это новый уровень еврейского народа, на который мы поднялись благодаря этому испытанию, и открылось то, что еще не было нами постигнуто при выходе из Египта. Да, вернулся мир к десяти речениям, которыми Творец сотворил мир. Но сейчас мы увидели, как Творец управляет миром. Сус верахбо рама баям. Коня и всадника вознес он в море, чтобы сбросить в преисподнюю. Когда мы увидели, когда гибнет вся эта могучая армия Египта во главе с фараоном, но этого недостаточно. Мы увидели, как Творец сбрасывает в море ангела-защитника Египта Узу. И это мы увидели, что
даже все силы нечистоты этого мира они слушают только для того, чтобы проявилась слава Творца, его царская власть. Сказано так у Раши, он приводит мнение наших мудрецов, что пока кто свидетельствует о царской власти Творца? Это мы с вами, мы его народ. А в будущем все народы признают «Вайом агуие, ашем ихад, ушмо ихад». А в будущем все народы признают, будет Творец один и имя его едино. И какое же это единое имя? Это имя Авая, четырехбуквенное имя Творца, Баруху, которое дает саму жизнь. Все другие имена, они существуют уже и раскрывают проявление этого имени, которое самое сокровенное, сущностное имя, которое дает саму жизнь. Но давайте посмотрим, что происходило дальше. Казалось бы, уже мы вышли из Египта, уже вернулись 10 речений, которым Творец сотворил мир, к Творцу. И уже открылось, что имя Элоким, имя, которым творился весь мир, оно только прикрытие этого имени Авая, Баруху. Замечательно. А у моря, когда мы вышли и увидели трупы наших надсмотрщиков, открылось новый уровень, что Творец управляет полностью всем. И даже все силы нечистоты, которые существуют в мире. Мы цитировали то, что говорит Ария Кодыш, когда увидели евреи 600 отборных колесниц, вешалишим аль-кулам, как бы офицеров, генералов над ними, 6 и 3, это 9, а над ними они увидели Египет гонится за ними. Это ангел Уза. Вся колесница скверны. И вот сейчас они увидели, как этот Творец топит в море. А когда придет Итро, он скажет, именно той вещью, которую злоумышляли против вас, они получили. Ведь они топили в Ниле новорожденных еврейских младенцев, чтобы не допустить рождения Моше. А Творец открывается мера за меру. Так они были потоплены в Ям-Суф. Я вам скажу, в пятницу, чтобы обычно евреи идут в микву, и я тоже решил окунуться. Но я окунулся там, где не было других людей, в Ям-Суф. Ведь я был в Эйлате, а это как раз граница с Египтом. Море не расступилось передо мной, но вот это очищение от нечистоты, которая и в наше время существует. Но что происходило? Чего не хватало, чтобы мы подошли к горе Синай и получили Тору? Выход из Египта, 10 речений Творца возвращаются к хозяину мира, которым сотворил их. Больше того, открывается его божественное управление. Ну, чего не хватало? Сказано, что все народы объял их трепет. Это то, что мы каждый день утром произносим в песне у моря. И вот-вот они готовы были принять власть единого царя, единого властителя. И именно в этот момент нападает на евреев Амалек. Давайте вспомним. Амалек, он сын Элифаза, а Элифаз сын Эсава. И сказано это, говорит Раби Шимон бар Йохай, создатель святой книги Зор. Он говорит, это закон известный, Эсав ненавидит Якова. Так вся эта квинтэссенция ненависти Эсава была передана старшему сыну Элифаза Амалеку. Элифаз, он от своей родной дочери порождает Амалека. А он пришел
к ней, а она была тоже замужем, и он породил, ее мать была замужем, и он породил эту свою дочь Тимну от замужней женщины, даже не евреям это запрещено. Это одна из семи заповедей сыновей Ноха, запрещено воровать чужую жену. Так вот, мамзер, сын мамзерки, Амалек, который впитал в себя ненависть Эсава. И он проходит всю пустыню. Для чего? Как наш учитель рав Ицхак Зильбер говорил, чтобы развеять этот миф про непобедимость этого народа, который выбрал Творец и ведет великими чудесами и знамениями с облачным и огненным столбом в окружении облаков славы. Этот народ, который ведет Творец. Давайте вспомним. Пророчество Билама. Он пророчествует, сказано, у еврейского народа не было такого пророка, как Моше, а у народов мира был. И кто это? Билам. И вот он говорит, глава народов Амалек. Он первый, кто напал на евреев и ведет с ними войну. А продолжение его, а его конец – полное уничтожение. Как мы уже говорили, имя Авая несет на себе еврейский народ. И он должен реализовать волю Творца, то, с чего мы начали. Желайте того, что желает ваш Создатель. И вот в мире зарождается первенец Творца, еврейский народ. Бни бехори Исраэль. Это то, что мы услышали с горы Синай. Мой сын, первенец Израиль. Как говорит пророк Ишаяу, народ этот я сотворил для себя. Они прославят меня. Ну вот, еврейский народ оказывается в пустыне Рефидим. Вместе Рефидим. Почему такое название? Наши мудрецы говорят, Рафу Ядейхим, ослабели их руки от изучения Торы. И нашли среди евреев те, которые говорят, а есть ли среди нас Авая или нет? Что такое? Ведь Авая – это милосердный. А почему же нам все время чего-то не хватает? То воды, то хлеба. И тогда этих евреев выталкивают облака славы. И именно в этот момент нападает на них Амалек, на уставших и ослабевших. Те, кто начал сомневаться Творце, Авая, Баруху. Но разве Амалек не слышал про все те чудеса, которые сотворил Творец для своего народа? И несмотря на это, что он слышал, он прошел всю пустыню, чтобы на них напасть. Наши мудрецы сравнивают его с собакой, которая пришла лакать нашу кровь. А с другой стороны, с мерзавцем, который охладил кипящую воду в бочке. Все боятся к ней приблизиться. А он бросается в бочку, обжегся, но остудил воду. Что это такое? Это ведь трепет и ужас объял все народы. Это народ, который ведет сам Творец, который отменяет законы природы. Там, где для всех море, для них 12 проходов. Развеять этот миф. Можно на них напасть. В чем же смысл этой войны, которую ведет Амалек против нашего народа? Он воюет с нами, с еврейским народом, но имеет в виду самого Творца. Он не просто убивает евреев, он издевается и зверствует. А после убийства еврея он обрезает то место, где на теле каждого еврея знак священного союза и бросает его в небо. Ты
Творец избрал этот народ, говорит Амалек, обращаясь к небу. Ты для них сделал столько чудес, но ты ошибся. Не они твой первенец, а я. Я потомок первенца Ицхака Исава. А не Яков и его потомки. Ты, Творец, оставайся там на небе, а на земле буду править я по праву сильнейшего. Ты царь на небе, только на небе, а на земле я царь. И поэтому сказано, что война у Творца против Амалека из поколения в поколение. И так говорит Творец, пока он находится в мире, ни престол моей славы, ни мое имя Авая не цельно. Написано «кес», а не «кесе» – престол славы, трон славы. А «ка» – «ют», «кей» – только первые две буквы этого четырехбуквенного имени. Это то, что, казалось бы, добивается Амалек. А где же вторые две буквы «вав», «кей»? И это то, что делает Амалек. Он нападает на нас перед самым важным событием истории, когда, очистившись от скверны Египта, мы подходим к горе Синай и должны получить Тору. И обращается Моше к своему ученику Йошуа и говорит, выбери нам людей и выходи воевать с Амалеком завтра. Внизу на земле воюет Йошуа. А Моше, вспомним, что мы говорили за заслугу Авраама и его веры, мы прошли море посуху и пропели эту песню. Сказано, а Моше ведет войну в корне, в духовном корне Амалека. И сказано, что руки Моше, воздетые над головой, эмуна, вера. И написано в трактате Рош ха-Шана, что когда поднимал руки, Моше побеждал Израиль. А когда опускал он руки, побеждал Амалек. И задает вопрос Мишна Перкея, вот, разве руки Моше делают войну и побеждают в войне? Но когда евреи направляют свои сердца к небу, полагаются на Творца, верны ему, побеждает Израиль. А когда они опускают свои глаза и говорят, сколько у нас оружия, сколько у нас воинов, танков, самолетов, побеждает Амалек. Ведь руки Исава – это все действия, которые переданы были Исаву, а голос Якова. И вот эта война, в которой побеждает Израиль. И сказано, я ослабил Йошуа Амалека. Что значит ослабил? Объясняет Раши. Убил всех сильных, убил всех могучих. И оставил слабых. Если он убил могучих, тем более он мог убить слабых. Добавляет Раши, по повелению Творца. Еще не наступил момент окончательного уничтожения Амалека и окончательного уничтожения его патрона, самых мем, сатана, который всегда нападает на евреев через собаку Амалека, когда мы идем к самому важному в нашей истории. И вот, казалось бы, чего нам не хватало перед дарованием Торы? Зачем еще нужно было вот это? Победа над Амалеком. Но давайте вспомним, что сказано, что после того, как мы побеждаем Амалека, и мы пришли из Рефидим к горе Синай, сказано, и расположился там Израиль. Раша объясняет, как один человек с единым сердцем. После победы над Амалеком это то, что произошло с нами. Только тому народу,
который как один человек с единым сердцем может быть дана Тора. И это благодаря этой победе над этими силами зла, силами скверны, мы через 42 дня после песни у моря произнесем «Наасе ванишма». Что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем учить, будем слушать. И за это мы получаем две короны от Творца, которые сделаны из зившхина, из лучей сияния славы Творца. Это следующий этап нашего продвижения к горе Синай, нашего очищения от сил скверны. И давайте напомним, что говорит Миха, как в дни выхода твоего из земли египетской ты будешь видеть чудеса. И это происходит в наши дни. Очищение. И говорят наши мудрецы, тот, кто хочет очиститься, ему помогают. Что мы хотим, что мы должны хотеть? Это то, что говорит нам наш учитель Рабейну Ашер, Рош. Желайте того, чего желает ваш Создатель. А Творец хочет, чтобы мы стали свободными.